Молодец, блин. Прилегли. Решили провести благотворительные внедорожные соревнования для участия в акции «Все для фронта от забайкальцев», которую проводит «Молодая сила». Автономная некоммерческая организация «Молодая сила» является мостом между нашей 29-й армией и общественностью Забайкалья, благодаря которой вся собранная помощь дойдет до ребят, принимающих участие в специальной военной операции. Все собранные мероприятия, средства, стартовые взносы, добровольные пожертвования, которые можно вложить в данную коробочку на столе, пойдут на покупку наборов инструментов для роты обеспечения 29-й армии. Также с нами сегодня присутствует представитель Забайкальского фронта в лице Гальченко Сергея Юрьевича, который немало делает и поддерживает ребят на СВО. Дадим ему слово. Всех приветствую. Хочу поблагодарить штаба Забайкальского фронта за подобную акцию. Мы с молодой силой взаимодействуем не первый день. Я Лёшу Шмакотина знаю уже больше 8 лет. Сам как глава района на своей территории занимаемся, и все главы района, сбором помощи для наших мобилизованных парням. Помощь доходит адресно и отрабатываются заявки. Что от тебя хочу сказать, что когда мы все понемногу что-то делаем и объединяемся, это имеет максимальный эффект. Вот сегодня эта акция как раз поможет нашим ребятам Рембат получить дополнительные инструменты, чтобы ремонтировать технику именно в зоне СВО спецоперации. Дай Бог помощь. Спасибо. Также сегодня присутствуют представители 29-й армии. Дадим им тоже слово. Всем здравствуйте, всех приветствую. Очень приятно наблюдать подобные акции от всей 29-й армии. Вам спасибо. Очень приятно видеть здесь настоящих патриотов своей родины, страны, единственной страны в мире, над которой никогда не заходит солнце. Такие акции очень сильно помогают, очень сильно воодушевляют наших солдат. Большое спасибо организации «Оно молодая сила» за очень плотное взаимодействие с нами. Огромное спасибо Сергею Гальченко, Андрею Петрову за помощь. С ними тоже ведется очень большое содействие за ключи, за набор инструментов, которые пойдут нашим ребятам Ремзвода. Всем спасибо, всем удачи. 8 лет. Сам как глава района на своей территории занимаемся, все главы района, сбором помощи для наших мобилизованных парням. Помощь доходит адресно и отрабатываются заявки. Что от тебя хочу сказать, что когда мы все понемногу что-то делаем и объединяемся, это имеет максимальный эффект. Вот сегодня эта акция как раз поможет нашим ребятам Рембат получить дополнительные инструменты, чтобы ремонтировать технику именно в зоне СВО спецоперации. Дай Бог помощи. Спасибо. Выступаю в качестве представителя фирмы «Бетон». Наша радиостанция приехали, чтобы поддержать тоже ребят, которые находятся в зоне СВО, да, которые сейчас за нас воюют, за нашу страну. Я считаю, что это действительно важно. Надо поддерживать ребят, надо не давать
вот этим людям, которые в интернете показывают ролики, что это все не нужно, что это все неправильно. Надо показывать, что мы поддерживаем ребят, что мы действительно понимаем, что это важно. Ну, больше не знаю, что сказать. Всем удачи на соревнованиях и удачи бойцам. Спасибо. Надо показывать, что мы поддерживаем ребят, что мы действительно понимаем, что это важно. Вон он, Лика стоит, уже снимает блогер еще один. Больше не знаю, что сказать. Всем удачи на соревнованиях и удачи бойцам. Спасибо. Вступительная речь. Успели хоть на это. Начало положено, сейчас скоро будет старт. На форманную ленту 10 секунд общего времени. Давай. Время не ограничено, но в разумных пределах. Там если долго стоять будете, там, например, больше 10 минут, играют кассы, курируют. Касание ленты за штраф не считается, только разрыв. Ремни обязательно, шлемы обязательно. Трос на мотовилы, не обязательно на лебедку, да? Лебедочным классом защита обязательно. Карозащита. Трос потом наматывает на банде, только в салон нельзя кидать. Подготовка к старту начинается, пошел второй этап. Лебедочники. Сейчас попрут они тут. Вот тут сейчас будет контент вовсю. Это пили Росомаха. Ёп! Залезешь туда. Так, а там-то что вообще интересного-то? Или там, наоборот, самое интересное? Вот надо глядеть. Где-то, походу, вот там вот. А, о, Ваня. Если Ваня бежит, значит, все, там контент. О! Вот тут красиво было. За ним не угонишься. Отходите, он туда поедет. Дальше, дальше отходите. Побуксовал. Это вот самый первый участник. Опа, ё-моё. Вот это вот было, да. Что-то там скочит. Где-то.
Убежим, убежим. Так, ждем появления. Но тут было красиво. Ой-ой-ой, как. Так, едет. Ветки шевелятся ходуном. Все. Почти. Подъем. Да, залетел спокойненько. Так, ждем его здесь. Сейчас УАЗик помчит туда, где очень весело. Если у него, конечно, получится. Вылетело, видать. Так, сейчас пойдет лебедочка уже во все тяжкие. Такой вот подъемчик интересный, веселый. Сейчас на лебедке начнут продырматься. Штурман уже там забацывает.
Хорошо, что здесь есть деревья, чтобы можно было замотаться. Все как надо, как положено. Все ползет наверх. Все заползает. Назад. Мало. Все назад. А вот это самое вот это. Вот это. Так, пока лебедка. Так, залебедился. Ползет. Пока даже сам. Так, уже даже думаю, что лебедка-то сильно-то не нужна была. Но. На разворот. Так и надо.
Так, ждем джип. Гранд Чероки ползет. Там немножечко у него проблема возникла. Залетел он вообще четко. Вот, вот первый час, шикарно длинный, хода правда большие, ползает вообще четко. Так, и сейчас будет вот здесь веселуха. Давай! Зашел! Зашел! Есть контакт! Так. Опа! Ходиком, ходиком! Стоп! Ювелир! Вообще! Залетел! Красава. Там сейчас вниз. Я уже туда не смогу сбежать. Thank you.
Так, появился здесь. Сейчас будет. Что творит это? Отходите! Дай сюда! Машина будет заскакивать! Звук красив. О-о-о-о! Шишки! Шишки полетели! Ох, красота! Выставись, выставись! О! И не газуй на пожар! Еще раз. Вы стоите. Еще назад. Нет. Назад. О. Ах, ё-моё! Короче, дал, ушел. А, уже обратно завернули. Но вот тут у кого-то контент получился хороший. Да, кто здесь здесь стоял, да. Да, ладно. Пока уж дошли. Короче, он лег на бок. Пиздец, блин, прилегли. Все, перевернули. Потихоньку. Руль вправо, вперед. Ну а машина целая, кроме заднего вида зеркала. Все, финиш. Небо под ногами в лужах разлетается.
друзей, не только зеркал. Да. Кто только это снимал? Так и нет. Погнали. УАЗик пришел. Нормально проходит. Так, теперь бежим туда. Это все крайняя ось. Так, едет УАЗик. Он уже завершает гонку. К сожалению, джипа, как перевернулось, не получилось снять. Он, главное, в самом том месте, где обычно не переворачивается, упал. Красавчик, теперь ждем его здесь. Удивление, все четко. Че, упрел? Я успел, а? Красивое место. Место красивое. А здесь по-другому не проедешь. Красивое место. Место красивое. А здесь по-другому не проедешь. Быстро. УАЗик движется сюда, на трамплинчик вот этот. Пошла жара. Что там сделал? Так, бежим за УАЗиком. Так, такое прикольненькое место. Заехали. Темновато. Кашель.
Так, теперь здесь самая такая прикольная. Ах ты, ё-моё! Шишка упала нормально, значит. Иди отсюда! Пусть подальше отойдем от нас! О! Запрыгнул. Крутенько. О! Красиво, красиво. Так, ну и раз это крайний уже участник, можно сразу пробежаться вот сюда. Сюда. Смотрим. И ждем его там. Мы теперь ждем здесь. Я тоже это дело прошаю. Теперь мы будем смотреть здесь, как поедет УАЗик. Что тут, где веселуха-то была? Вот здесь-то. Так, ждем, но тут солнышко. Поглядим, что как получится. Против солнца. Так, ждем контента. Посмотрим, как у вас пройдет. Ну, он спокойно. Но как будто здесь даже это лайтово все. И вроде на это, на мелочи. Ой-ой. О. Все. Нормально. Все, финиш. Ура! Товарищи.